По данным синоптиков, предстоящая зима будет снежной. Главная задача коммунальщиков – обеспечить пешеходам и автолюбителям чистые улицы и тротуары. Работы по расчистке улиц от снега лежит на плечах муниципального предприятия службы благоустройства. Расчистка и обработка дорожного полотна, автомобильных дорог и тротуаров производится как днем, так и ночью. В ночь уже начинает выходить 6 единиц техники для очистки города. Также техника работать будет в течение дня, но в связи с тем, что днем интенсивность движения достаточно большая, соответственно, техники будет ходить меньше. Основную массу работы будет выполняться все-таки ночью. В ночное время и ближе к утру, чтобы утром автомобилисты не испытывали трудности при выезде на работу. В последнее время довольно часто дорожникам приходится сталкиваться с тем, что многие автолюбители оставляют свои машины в местах, где они мешают движению других транспортных средств. В основном это на улице Карла Маркса у дома 18. В ночное время оставляют автомобили с двух сторон проезжей части, что затрудняет очистку. По данной автомобильной дороге проходит автобусное движение, что может вызвать дорожно-транспортное происшествие на данном участке. Помимо механизированной в городе, организована и ручная уборка снега. Ежедневно тротуары и автобусные остановки чистят 14 дворников. Для того, чтобы сложные участки дорог, например, перекрестки и спуски, не были скользкими, их посыпают песком и солью. На 1 квадратный метр дорожного полотна в среднем расходуется 300 грамм песко-соляной смеси. За весь сезон на улице города может быть высыпано до 4,5 тонн этого противоледного коктейля. Минувшим летом для проезда автотранспорта был закрыт Горбатый мост. На месте бывшей проезжей части путепровода сейчас организован проход только для пешеходов. Для очистки его также используется техника. Служба благоустройства его чистит, чтобы люди не подскальзывались, производит подсыпку просто песком. Очистка автомобильного моста будет производиться также механизированным способом. То есть блок будет просто технически убираться, проезжает специализированная техника, подсыпать его, очищать от снега, чтобы люди не испытывали трудности для прохождения по мостовому переходу.